Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2177. Разве монахи не такие же люди? Разве они не плачут, когда прощаются или болеют? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Они специально в себе вырабатывают бесчувственность. И это похваляется. У них это как признак совершенства. Признак великой духовности, отрыв от земного и прелести мира. Игнатий Брянчанинов, том 1, страница 38. Кавычки открываются. Смягчилось сердце Александра Семеновича, отца его, когда он увидел молодого сына своего в таком сане, какой приличен старческому возрасту, игумен в скобочках, следовательно, многое обещавшего впереди. Мать его мирно скончалась 25 июля 1832 года. Замечательно, что при этом богослужении сын не выронил ни одной слезы над бездыханным телом матери. Кавычки закрыты. Деяния апостолов, 20 глава, 37-38 стихи. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Деяния, 8 глава, 2 стих. «Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем». Иоанна, 11 глава, 35 стих. «Иисус прослезился». Деяния апостолов, 9 глава, 39 стих. «Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними».